Длинный стол, лавки, зажженные свечи и 4 десятка пытливых детских глаз. Сотрудникам Дома-музея Ленина удалось воссоздать образ учебного класса старой финской школы. Именно такую картину мог видеть человек, живший более века назад и заглянувший, например, на урок географии. Как выяснилось, 100 лет назад, когда в Выборге люди говорили сразу на 4 языках, в городе проживали финны, шведы, немцы и русские, графу Гейдену, члену Первой Государственной Думы, поступило обращение с просьбой открыть здесь учебное заведение. Тот направился с бумагой к императору Александру III, который постановил разрешить. Так в нашем городе на месте современного колледжа Александровский появилось Выборгское реальное училище. Современных школьников озадачил тот факт, что образование там получали только мальчики. Впрочем, справедливость быстро восстановили, и на углу Ленинградского проспекта и Крепостной улицы вскоре была построена женская прогимназия, впоследствии преобразованная в гимназию. Далеко не все дети могли учиться, так как образование было платным. Через несколько лет по велению царя в каждой волости появились народные школы. На час современные мальчики и девочки перевоплотились в воспитанников такого учебного заведения и полностью погрузились в атмосферу прошлого. Когда еще удастся сделать запись самой настоящей перьевой ручкой, окунув ее в чернильницу, или полистать учебник той эпохи? Меня даже одели, как ходили школьницы, это в том году. В такой форме уроков, в такой форме особо интересно, потому что практические навыки прививаются детям. Они слушают не только теорию, но они сами участвуют. И, в общем-то, полезно, интересно. Они всегда уходят очень благодарны из нашего музея. Кстати, практически все предметы и книги действительно раритеты. Например, эти учебники в буквальном смысле слова выпали из стены, когда местные искатели разбирали один из домов в северном поселке. Особый восторг у школьников вызвал урок домоводства. Девочки учились вышивать настоящие монограммы и штопать носки, используя специальный грибок. Оказывается, уже в 1-м классе в народной школе ученицы шили рубашки, кальсоны и брюки, а во 2-м осваивали азы кулинарии и готовили около 100 блюд. Как выяснилось, и современные девочки могут обойтись без помощи взрослых. Вот, например, что-то порвется. Что как бы делать? Попросить маму, что ли? Или лучше самой зашить? Мальчики, в свою очередь, ткали на ткацком станке и начищали до блеска латунный таз. В старину в такой посуде обычно варили варенье. Кстати, эта емкость – ровесница домика Ленина и была выпущена в 1896 году. Надо было намыть его до блеска. Понравилось больше всего вот шить и писать. Вот. И интересно очень было, когда это нам рассказывали про школу, как дети учились. Какая форма была? Еще мы сюда часто ходим, но мне этот урок запомнился очень хорошо. Мы шили на вот финской машинке. Вот мне еще понравилось, когда мы писали ручками, пером. Кажется, сегодня современными ручками легче писать. Мне очень понравилось, как мы писали пером с чернилами. Нас еще тут учили драить таз. Как отмечают педагоги музея, ученики нынешнего 4 класса 12 школы часто и здесь гости. Несколько раз в год посещают такие интерактивные лекции. Тут была лекция про войну, и это мы собирали материалы о своих дедушках, прадедушках. Еще была лекция сельское хозяйство. Мне очень понравилось, потому что можно было посмотреть предметы, чем раньше пользовались. Сегодня Дом-музей Ленина успешно реализует сразу несколько интерактивных программ для школьников различного возраста. Мы решили окунуться на 100 лет назад и представить жизнь, быт вот в этом рабочем квартале Таликала в Выборге, как-то с разных сторон посмотреть на нее. Поэтому у нас есть программа о быте финской и карельской семье на рубеже 19 и 20 веков. Есть программа «Народный костюм жителей Выборгской губернии» и «Народное творчество финнов и карел» вот в этот же период, 19-й, начало 20 века. Вот эта вот программа «Хочу учиться». А с 20 по 30 декабря в Доме музея Ленина будут проходить также рождественские вечера. Детям расскажут и покажут, как к празднику готовились в финских и карельских семьях более века назад. Всех педагогов и школьников, желающих принять участие в программах, ждут в Доме музея Ленина. Вероника Когут, Станислав Субботин, Артем Антонов, медиагруппа «Наш город».